Вопрос повышения стоимости проезда в автобусах и маршрутках продолжает оставаться в зоне внимания регионального управления Федеральной антимонопольной службы. По словам руководителя ведомства Елены Демидовой, постановление администрации Пензы от 2018 года о нерегулируемых тарифах продолжает действовать. Однако, предвосхищая жалобы граждан на действия перевозчиков, сотрудники УФАС сразу после публикации в СМИ направили транспортным компаниям запросы с требованием обосновать свои действия. На сегодняшний день перевозчики представили информацию, почему они повысили, но, к сожалению, не представлено никаких доказательств, обосновывающих повышение цены именно на эту сумму. Поэтому направлены повторные запросы перевозчикам. Сейчас мы эти исследования проводим. Этот вопрос также находится на контроле в центральном аппарате.